Приветствую вас, драгоценная церковь. Сегодня я хочу поделиться словом на каждый день и сказать, что мы народ Божий, потому что наш Господь, Он победитель, Он силен, вся сила в Нем. Я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 7 главу, 31-32 стих. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И тут же Евангелие от Луки в 12 стихе, 29-30 стих. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. На этом мы должны просто сказать «Да» и «Аминь», потому что наш Господь, Он забрал все наши грехи на крест. И просто мы должны сейчас, в то время, когда мы не можем собираться, мы должны еще больше укрепляться в нашем Господе Иисусе Христе, наполняться этим Словом Божьим, потому что у нас есть время. У нас есть много времени, чтобы просто познать Христа еще больше, познать ту безусловную любовь, которую Он возлюбил этот мир, и просто возлюбить друг друга такой же любовью. Я благословляю вас, Церковь, на добрые дела пред очами нашего Господа. Аминь.